Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами лучший ведущий, неугомонный Блейдер, и это видео сделано для чего? Оно сделано для ваших приветов. Да-да, друзья, именно в комментарии к этому ролику пишите «хочу привет», «передай привет», «привет, бро, плиз». Я с радостью вам отвечу. В следующем выпуске я выпускаю ролик с приветами для вас, потому что я вас люблю, и я читаю все ваши комментарии, спасибо вам за них. Ну и что ж, сегодня будет необычная битва, сегодня у нас вальтрики. 6 моих вальтриков сразятся против 6 других БФ. Итак, посмотрим на каст участников. У нас есть Страйк Валькирия без чипа. У нас есть Гуд Валькирия синенькая. У нас есть Отто Каратоми Гуд Валькирия. А, вернее, Генезис Вальтрек. Да-да. У нас есть красненький Вальтрек, у нас есть розовенький Вальтрек и у нас есть Виннинг Валькирия. Вот так вот. А их соперниками сегодня станут... Кастомный собранный Doom Sizer, золотой Зет Ахиллес, Джоэл Джормунген, не знаю, короче, Анубиан, естественно, Сприган Реквием и Галакси Зевс. Ну что ж, не будем тянуть, ставим арену в центр. Давайте, будет первый бой, совершенно рандомный бой, и у нас сразятся, ну давайте, красненький, вот такой красненький, Вальтрек. Против. А давайте-ка Doom Sizer потестируем. И что ж, поехали. До 2 очков. Погнали. Да, когда-то мой Doom Sizer был лучшим, потому что у него были другие комплекты диска и драйвера. Но сейчас он как-то, мне кажется, уступает. Да, все, уже еле-еле вертится. Оба, нет, ничего подобного. Проиграл Вальтрик 1-0 в пользу Doom Sizer. Круто, неожиданно. Итак, второй раунд, погнали. Вылетел с арены, еще разобрался. Тогда перезапуск. Итак, перезапуск. Погнали. Так. Итак, 2-0 в пользу Doom Sizer. Молодец, Doom Sizer, красавчик. Положим его пока сюда. Ну, сверху положу. А Вальтрек уберем. Теперь у нас сразится Виннинг Валькирия. И с его соперником будет Galaxy Zetron. Посмотрим, кто круче. Погнали. Оба. Хочу взрывной финиш. Неважно от кого и для кого. Просто хочу, чтобы кто-нибудь кого-нибудь взорвал в этом видео. Так. Нет. Не будет взрывного финиша. Вау, Galaxy Zetron побеждает со счетом 1-0. Второй раунд. Итак, погнали. Виннинг Валькирия собрала все углы. Бам, бам. Да, ого, Зетрон-то восстановился после удара в Виннинг Валькирии. Ничего себе, ничего себе. Да, 2-0 побеждает Galaxy Zetron. Итак, третий раунд. Розовенький Вальтрек против Спригана Реквиема. Итак, погнали. Вау, столкновение двух Бейблейдов на арене. Ну, да. Взрывной финиш. Хотя, кстати, Вальтрек еще вертится. Да, разложил детальки его. Сприган Реквием. Молодец. Дальше. Джормунгтон рвется в бой. И его соперником станет Страйк Валькирия. Итак, поехали. Поехали.
До двух очков играем. До двух очков играем. Чё-то вальтрики проигрывают в сухую. 3-0. Неужели будет 4-0? И Страйк Валькири не сможет побороться даже с Джормунтоном. Да, не смогла. Джормунтон 1-0. Давайте дальше. Погнали. Жух. Жух. Бам. Так, 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 так. Ну что, у нас осталось 4 участника всего лишь. 4 участника. 4 крутых Бейблейда. Да, Страйк Валькирия чё-то. Да, проиграла Страйк Валькирия. И Джормунтон победил. Дальше у нас будет Анубиан против вот такой Гуд Валькирия. Итак, все готовы. Погнали. Неужели сегодня другие Бейблейды выиграют со счетом 6-0 у Вальтриков? Не может такого быть. Ну что ж, узнаем уже совсем скоро. Да, Гуд Валькири нападает, но вообще против Анубиана без шансов. Изи просто, Анубиан даже не вспотел. Следующий раунд. Давайте Анубиана запустим первым. Не взрывают, не перекручивают. Вальтрики сегодня, Валькирии сегодня как-то неудачно. Сегодня просто не их день, я понял. Да, опять атакует, но Анубиана вообще. Он только отбивает атаки и держится. Опа, опа, опа. Так, 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 так. Не, все-таки Анубиан выиграл. Итак, Казаминка, последний бой сегодняшнего вечера. Золотой Зет Ахиллес против Гуд Валькири от Хасбро. Кто же выиграет, узнаем уже совсем скоро. Итак, давайте. Давайте запускать. Погнали. Ой. Ой. Что-то пошло не по плану, но ничего, ждем. Что-то там Ахиллес у меня слетел. Так, 1-0. Ну, давайте играть до 3 очков, потому что там нечестно было. Ахиллес у меня слетел, у Валькирия собрала все углы. Теперь первым запущу Ахиллеса, а вторую запущу Валькирию. Итак, погнали. Во! Вау! Какой был хороший запуск у Ахиллеса. Какой был удар первый мощный от Валькирии. Так. Не, Ахиллеса вообще все равно. Да, 2-0. Ну что же, сыграем третий раунд. Вдруг все-таки Валькирия взорвет Ахиллеса и выбьет себе преимущество. Преимущество, а может быть и нет. Погнали. Ну конечно, бешеная Валькирия собирает все углы. И со счетом, я думаю, 3-0. Да, побеждает Зет Ахиллес. Ну что же, друзья, итог сегодняшнего боя. 6 победителей совершенно других Бейблейдов выиграли у всех моих Вальтриков. Вот такой. А за какую команду болел ты? За Вальтриков или за простых Бейблейдов? Пиши в комментариях и не забывай про приветы. Пока-пока, до новых встреч, бро.